Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює». З вами я, Галина Щерба. По понеділках наші постійні глядачі знають, ми обговорюємо і спілкуємося з нашими гостями на медичні теми. І сьогоднішня наша зустріч буде присвячена також темі здоров'я і його збереженню. І справа в тому, що саме 10 жовтня, в жовтні місяці, 10 числа, на планеті відзначається Всесвітній день паліативної допомоги. І саме з цієї нагоди до нашої студії завітала завідувач стаціонарного відділення Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг Світлана Стаханова. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Я думаю, що почати нашу розмову слід із самого поняття паліативна допомога. Що це таке, що вона собою являє? Да. Я хочу сказать, что паллиативная помощь – это один из видов медицинской помощи, который направлен на улучшение качества жизни как больных, так и членов их семей. И семей людей, которые сталкиваются с неизлечимыми заболеваниями и заболевания с ограниченным прогнозом жизни. К таким заболеваниям относятся онкозаболевания, к таким заболеваниям относятся ВИЧ-инфекция, к таким заболеваниям относятся последствия перенесенных тяжелых инсультов, последствия тяжелых перенесенных инфарктов. Поэтому в настоящее время эта ниша, как говорят, у нас еще не занята. И мы, как центр паллиативной помощи, были реорганизованы из областного центра СПИД. Те же койки у нас и остались, у нас было 30 коек, они же и остались, но 20 коек из них остаются для оказания паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным и 10 коек для оказания помощи так называемому общему населению. Я хочу сказать, что этот вид медицинской помощи оговорен приказом Минздрава номер 41 об оказании паллиативной помощи нашему населению. Цель оказания этой помощи – это улучшение, уменьшение страданий и улучшение качества жизни. Насправді дуже важко всі, не тільки ось людині, яка, якій от медицина винесла вирок, а й тим людям, які живуть поруч із нею, близьким людям, друзям родини. І хочеться ось ці дні, місяці, а може і роки, будемо сподіватися, так, щоб людина справді жила цей час, їй відміряний, якісно і наскільки можна повноцінно. Вы правы. Поэтому компонентами паллиативной помощи являются не только медицинский компонент, не только оказание медицинской помощи. Это комплекс услуг, который предоставляется и социальные, и... С чего складывается цей комплекс? Социальная поддержка, духовная поддержка и психологическая поддержка. Насправді, підтримка рідних дуже важлива в такому випадку, але часто і рідних також треба підтримати. Поэтому мы подходим к этому, к оказанию этой помощи так называемым мультидисциплинарным подходом. У нас сформированы так называемые мультидисциплинарные команды. Что это значит? Это значит, что в эту команду входит не только врач, сюда входит и медицинская сестра, сюда входит социальный работник, сюда входит и представитель духовенства. Кстати, в штатном расписании предусмотрен, в штатном расписании центров паллиативной помощи предусмотрен по штатному расписанию лицо духовного сана, то есть любой конфессии религиозной. Это связано с тем, что люди, у которых прогноз жизни ограничен, и которые некоторые находятся уже, так сказать, на грани ухода в мир иной, очень многие из них причащаются. Некоторые хотят принять христианскую веру, некоторые больные, которые были, допустим, в другой вере, хотят перевестись в другую. То есть тут вопросов очень много. Кроме того, завершить свои дела. Кроме того, я хочу к этому же сказать, есть дела не только духовные, но есть дела и материальные. То есть дела наследственные, есть дела, связанные с теми же вопросами сиротства детей, с опекунством и так далее. Поэтому в штатном расписании у нас должен быть и социальный работник, и юрист, и психолог, который сможет оказать помощь, который поддержит и который окажет помощь не только самому больному,
но и их родственников. Скажите, пожалуйста, оцей центр, він діє, розповсюджується, його дія на всю Миколаївську область? Да, центр у нас областного значения. Но, к сожалению, пока, конечно, у нас до 70% это жители города. Потому что жители в районах, я хочу сказать, что в районах у нас есть койки в Первомайском районе, в Первомайской многопрофильной больнице, в Вознесенском районе. Но это 6-7 коек, и, может быть, они еще не оказывают помощь в том объеме, в котором они должны оказывать. То есть это тяжелые больные, которые находятся под присмотром медперсонала, но которым не оказывается та помощь в том объеме, о котором мы с вами говорили выше. А якась статистика, статистичні дані щодо наявності таких хворих і допомоги тієї, яка їм необхідна, існують? К сожалению, статистическая отчетность вот такой в нашей медицинской документации, она не предусмотрена. Но мы предварительно, мы когда переорганизовывали свой центр, мы предварительно изучили эти цифры. У нас по области ежегодно умирает примерно около 15 тысяч человек, которые нуждались бы в оказании паллиативной помощи. Из них около 2000 – это онкобольные, 12,5 – это больные с заболеваниями системы кровообращения, это то, что я говорила, это больные с тяжелыми инсультами, с инфарктами, и где-то 750 от инсультов, около 150-200 человек умирает от ВИЧ-инфекции. Поэтому, естественно, такие койки должны быть. Но в области функционируют всего лишь 43 койки, 10 из них у нас, и остальные по районам, о которых мы с вами говорили. Кроме того, еще есть койки в областном туберкулезном диспансере, но там лечатся больные только с резистентными формами туберкулеза. Резистентные – это устойчивые формы. То есть это те формы, на которые уже не действуют или плохо действуют противомикробные препараты. Скажіть, будь ласка, а в чому полягає сама дія центру? Які послуги тут надаються? Значит, наш центр оказывает не только медицинскую помощь, я вам уже об этом говорила, но и мы хотим создать на базе нашего центра центр организационно-методический. Это значит, что мы хотим готовить специалистов, не только врачей, но средний и младший медперсонал, потому что паллиативный уход много значит уход среднего и младшего медперсонала. Как правильно к больному подойти, как его перевернуть, как ему поменять постельное белье, как ему подержать голову, как его помыть, как его переодеть, как его правильно покормить. Казалось бы, такие вопросы вроде бы простые, но они очень жизненные, и неправильно оказанные действия могут, к сожалению, доставлять нашим больным дополнительные страдания, дополнительную боль. Чого не хотілося б. Чи це має на меті діяльність вашого центру, ну, якийсь певний догляд? Це медичний заклад? Чи це, ну, такий собі притулок для тяжкохворих? Можна було б пояснити це нашим глядачам? Значить, я хочу ще раз підчеркнути, що наш центр оказує медицинскую допомогу больним. Те больные, которые нуждаются просто в социальном уходе, конечно, не подлежат госпитализации к нам. Показаниями для госпитализации в наше отделение являются, во-первых, онкобольные. Это больные, которые, допустим, готовятся к химиотерапии, или больные, которые получили курс химиотерапии, и им нужно провести какую-то поддерживающую терапию. Больные с так называемым неконтролируемым болевым синдромом, то есть болевой синдром, который они не могут уже скупировать на дому, в домашних условиях, поэтому эти больные могут быть госпитализированы к нам. Больные, я уже говорила, после инсультов и инфарктов, те, которые нуждаются в медицинском лечении. То есть ему нужно провести, допустим, лечение, текущее лечение, или же больные с пролежнями, например, те, которым необходимо иссекать это, где нужна будет какая-то хирургическая помощь. Вот эти больные могут госпитализироваться к нам. Но больные, которые нуждаются просто в уходе в социальном, для этого существуют социальные койки, для этого существует управление социальной защиты, и поэтому те больные к нам, конечно, госпитализироваться не смогут. Звичайно, тут постає питання і оплати послуг. Це державний заклад, чи якісь додаткові оплатні, якась додаткова оплата при утриманні хворих потребується?
Значит, у нас государственное лечебное учреждение, мы никаких платных услуг у нас нету. Если родственники желают, они могут оплатить, внести благотворительный взнос в кассу, но это по желанию родственников, мы их к этому не принуждаем и не заставляем. И я хочу сказать еще о том, что есть так называемые, существует несколько видов паллиативной помощи. Значит, эту помощь больные могут получать в стационаре, они могут получать в условиях поликлиники, они могут получать в условиях дневного стационара в поликлинике, они могут получать ее на дому. Есть такой вид помощи, как помощь выходного дня. Допустим, больного родственники хотят куда-то уехать, больного нужно куда-то определить на 2-3 дня или на неделю, и они могут этим воспользоваться. Но о платных услугах на сегодняшний день речь не идет пока. У нас государственное лечебное учреждение, финансирование проходит из областного бюджета. Кроме того, благотворительные организации, которые могут, они нам помогают. Чи достатньо фінансування і скільки коштів виділяється на одного пацієнта? Чи є такі дані? Таких даних у мене нет, сколько средств виділяється. В среднем у нас заплановано около 30 гривен стоимость одного пребывания на больного в один день. Около 30 гривен. Но вы же понимаете, что одному больному нужно больше, другому меньше. Ну, в среднем где-то примерно около 30 гривен. Я хочу сказать, что мы не бедствуем на теперешний момент, но всегда того, что мы имеем мало, хотелось бы больше. Хотелось бы больше средств по уходу за больными. Нам не хватает памперсов, не хватает пеленок, не хватает вот таких вот средств ухода за больными. У вас дуже складна робота. І психологічно, ну і, звичайно, за витратами. Які ще проблеми, крім матеріальних? Але я розумію, що, мабуть, матеріальна – одна із головних проблем. Проблема у нас є так називаємий синдром згорання сотрудників, тому що ми кожен день видим эти страдания. Каждый день у нас, ну, каждый больной – это целая история. Вот. Я хочу сказать, что совершенно недавно поступила к нам больная, переведена была из Дубков, больная, у которой из родственников бабушки, которой 85 лет. Практически больная находится на нашем попечении, и бабушка звонит по телефону, плачет, потому что бабушке жалко, бабушка не передвигается, сама нуждается в помощи, и больная тоже, к сожалению, не передвигается, тоже нуждается в помощи. То есть вот эти вот такие трагедии человеческие, они не проходят бесследно, ну, сказать, что мы отгородились от всего вот этого, мы тоже не можем, потому что мы живые люди. И поэтому я горжусь нашими сотрудниками, которые работают, и которые работают у нас не один год, и которые оказывают посильную помощь нашим больным. И приносят им еду, что-то вкусненькое из дому, и приносят им одежду, если нужно, потому что у нас бывают больные, ну, разного социального статуса. Вот поэтому, конечно, проблем у нас в таком плане достаточно. Але професійність завжди на першому плані. І ви повинні виконувати свій обов'язок, так, якщо ви вже обрали цей шлях, і ще й допомагати іншим. Коли приходять і звертаються до вас родичі, рідні, близькі люди, які ви їм поради даєте, яку допомогу і близьким людям? Також, я думаю, вам приходиться, потрібно надавати. Да, что вы радите людям? Мы проводим очень много времени в беседах с родственниками. Во-первых, не все родственники иногда адекватно оценивают состояние больного. Мы должны ему рассказать, что есть на теперешний момент, какие перспективы, что мы можем сделать, что мы не можем сделать. То есть с родственниками это, я вам хочу сказать, работа тяжелее, чем с больными. Справді? Да, потому что родственники хотят, если это родственники еще, допустим, дети, их дети приходят, то, естественно, они не хотят их терять, они хотят сделать все, что возможно. И вот это вот не всегда наше оказание нашей помощи, не всегда мы можем им помочь, не всегда мы знаем и умеем это сделать. Конечно, родственники в роспачи. Но хочу сказать, что они как-то стараются тоже. Мы стараемся им помочь, мы стараемся обеспечить. У нас есть социальные работники, у нас есть психологи, которые с ними же беседуют, которые им объясняют. Вот, и
Более-менее ми виходимо з цієї ситуації. І мені здається, що дуже важливими є і практичні поради, так? Не тільки психологічні, а практичні, да, по догляду. Що ви можете, чим ви можете в цьому плані допомогти? Родственникам. І родичам, і самим пацієнтам. Родственників ми обучаємо правилам уходу за больними. Я уже говорила о том, что больного нужно правильно перевернуть, правильно переодеть, правильно покормить, правильно посадить, правильно, когда его можно сажать, когда нельзя, когда ему можно подниматься, когда нельзя подниматься, как его пересадить с кровати на кресло, как его повести на улицу, как его покатать, как его одеть, как его искупать. То есть не все больные у нас одиночные, у нас есть и больные, за которыми родственники ухаживают, поэтому, конечно, они уходят от нас уже обучены, и они дома оказывают больным помощь в том объеме, в котором они нуждаются. У представників паліативної медицини дуже тяжка, але дуже необхідна робота. Чи приходить вам на допомогу суспільство, влада, якісь організації, волонтери? Хочу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо з благотворительним фондом німецьким «Баварський дом». Этот фонд в апреле месяце купил нам машину, и мы на этой машине обслуживаем наших больных тяжелых, которые находятся на дому. В чем заключается эта помощь? Помощь заключается в том, что на выезд выезжает врач, врач осматривает больного, дежурная медсестра набирает анализы, которые нужны, при необходимости делает перевязки, если они в этом нуждаются. Это первое. Второе, этот благотворительный фонд закупил ноутбуки. Ноутбуки эти все розданы в районы и закольцованы на нашей поликлинике. Любой врач из района, если у него есть какие-то вопросы по этой теме, по этому заболеванию, что-то непонятно, бывают какие-то же разные ситуации, они могут в любой момент позвонить к нам, нашему врачу, или дежурной медсестре, или врачу, и получить квалифицированный ответ. Это второе направление этой работы. И третье направление – это обучение медицинского персонала. Но обучение медицинского персонала представители этого благотворительного фонда проводят сами. Поэтому мы вот в тесной такой упряжки, так сказать, работаем с этим благотворительным фондом. Кроме того, наши... Это далекий немецкий фонд, это немецкий тут помогает, фонд, а тут, да, на месте. Здесь на месте. На месте нам помогают церкви, представители церкви. Если раньше они просто приходили к нам, допустим, могли принести какую-то литературу больным, могли им принести фрукты, могли им принести там, какие-то лакомства, печенье, конфеты или что-то еще. Вот, то теперь они оказывают нам более существенную помощь. Подарили нам вот совершенно недавно, они нам подарили кресло-каталку для больных, которых нужно вывозить на улицу катать. Подарили нам кресло-туалеты. Это очень удобно для больных, которым не нужно куда-то ходить, они могут все это делать, не отходя от кровати. И подарили нам ходунки. Больные, которые не могут самостоятельно передвигаться, или же передвигаются им тяжело, а с помощью ходунков они передвигаются. Это организация неправительственная, называется «Час життя». Организация ЛЖВ – это люди, живущие с ВИЧ. Они тоже оказывают нам помощь. То есть не только духовную, не только поддержку, не только обучение родственников, не только поддержку наших больных, но и вот такую вот поддержку, которую такі материальную. Да. Материальные речи, которые роблять життя людей простіше і зручніше, полегшують страждання. Наша основна задача – це улучшення качества життя і уменьшення страданий. Може бути, це, знаєте, не завжди для цього потрібні якісь такі великі затрати. Я вам хочу розказати один епізод, який у нас був. У нас лежав больной, який 20 років провів в тюрмі. Врач підійшла до нього і просто погладила його по голові і спросила: «Ну, як ти себе чувствуєш?» Він заплакав. Человек, который 20 лет просидел в тюрьме, заплакал. Он говорит: «Что ты плачешь? Тебя кто-то обидел, что-то случилось?» Он говорит: «Я не помню, когда меня гладили по голове». Понимаете, поэтому для наш народ очень добросердечный, очень добрые люди. И я думаю, что не всегда нужны какие-то капитальные вложения для того, чтобы организовать эту паллиативную помощь. Людям иногда просто не хватает тепла, не хватает просто, чтобы их погладили по голове, не хватает просто, чтобы с ними посидели и поговорили, как они у нас иногда говорят, за жизнь, поговорить за жизнь.
Вот поэтому не всегда нужны, вот мы говорим, у нас нет денег, не всегда это деньгами исчисляется. Нужно просто иногда вот посидеть с человеком, поговорить с ним, проявить ему какое-то участие, какое-то сочувствие. И я думаю, что это иногда больше значит, чем такие капиталовложения. Принаймні, не менше. Не менше, да. Скажіть, будь ласка, от ви навели такі цифри, які, за якими можна зробити висновок, що ось центр, хоча і робить таку важливу справу, але його, ну, тих місць недостатньо. Недостатньо. Не тільки на область, на велику нашу, а й для нашого міста. Чи є плани з розвитку центру? Ну, хотілося б, я вже говорила о том, що оказання паліативної допомоги всього лиш на 30% ми можемо оказати, да. Можемо оказати цю допомогу тільки 30% того населення, яке в цьому нуждається. Звісно, я вже говорила о том, що ця ніша ще не заповнена. І ми будемо говорити о том, щоб ви знаєте, що по городу сейчас решается вопрос Новолодарского, один корпус открыть под хосписное паллиативное отделение. Открыть такие же вот в свете реформы и в свете оптимизации коечного фонда будут, может быть, койки не сокращать, а перепрофилировать их в паллиативные и хосписные. Отличие паллиативной и хосписной помощи заключается в том, что оказание паллиативной помощи – это помощь больным с хроническими неизлечимыми заболеваниями, но они могут длиться очень длительное время, то есть это может быть годами. Вот. Хосписные больные – это больные, у которых, к сожалению, ограничен срок прогнозный срок жизни. Это больные, которым, ну, к сожалению, уже осталось недолго жить. Поэтому, как вот я училась в институте, и нам говорили о том, что больные должны умирать с комфортом. То есть мы должны предоставить больному не вот эти мучения, не в каких-то зловонных условиях, а в каких-то человеческих условиях, в чистой постели, на чистой, с едой, с какой-то удобоваримой. Вот, чтобы это было обезболивание, то, которое подойдет этому больному не один раз в день, а может быть 3, 4, 5 и 6 раз в день, то, что нуждается, то, в чем нуждается больной. Вот, поэтому, конечно, это та отрасль и тот напрямок медицины, который будет развиваться, я думаю, и который будет иметь в реформе медицины свое определенное место, и место это будет не последнее. Будемо сподіватися, що і суспільство підтримає ваш центр і надасть посильну допомогу. А ви можете звернутися до наших глядачів, але хотілося б дізнатися, куди наші глядачі можуть звернутися до вас із своїми запитаннями, із своїми проблемами і послухати корисну пораду спеціалістів. Пожалуйста, наш центр находится, адрес нашего центра, улица Плехановская, 138 с буквой «Б». Телефоны, стационарное отделение 370792. У нас там работает круглосуточно, есть дежурный пост медсестры, круглосуточный ответ. Поликлиническое отделение, номер телефона 241098. Приемная главного врача 489719. Вам ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Если кто-то хочет оказать нам благотворительную помощь, мы всегда рады всему. Мы рады, я уже говорила, и материальной помощи, и, может быть, у кого-то есть возможность закупить те же памперсы или, может быть, какие-то пеленки. Может быть, у кого-то остались от умерших родственников те же каталки или же, допустим, кресло, туалет, или же ходунки, то, что им не надо. Мы с удовольствием все примем. Пожалуйста. У вас ще є хвилина для того, щоб ви могли розказати про ваші потреби і нагадати глядачам, що ми сьогодні говорили про центр паліативної, про Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг. Отже, що таке паліативна допомога на завершення розмови і звертання до глядачів? Ну, еще раз хочу повторить, что паллиативная помощь – это все-таки вид медицинской помощи. Хочу еще раз сказать, что нужно разделять понятие медицинская помощь и социальная помощь. И еще раз хочу попросить наших телезрителей о помощи, или же материальной, или же более, так сказать, какой-то существенной.
Ну, у нас проблем много. Если это посуда, может быть, это кровати функциональные, может быть, это постельное белье, или же полотенце, или же даже одежда для больных, потому что у нас больные поступают социально неадаптированные иногда. Мы рады любой помощи. Ну і в той же час ви також цілодобово надаєте допомогу людям. Да, у нас круглосуточний стаціонар, в якому знаходяться больні. Стаціонарний пост, там круглосуточно дежурить дежурна медсестра. Телефон я вам назвала, 370792. Якщо нужна якась допомога або якісь консультації, будь ласка, обращайтесь, ми відповімо вам на всі питання. Я вам дякую за цю розмову. Не просто говорити на такі теми, але їх важливо піднімати. Дякуємо за те, що ви є. І з нашими глядачами прощаємося до наступних зустрічей в ефірі. Дякую за увагу. На все добре.